Так, ребята, всем привет! Купили, значит, медораду, и сейчас мы будем ее запекать в духовочке. Да, я ошиблась, что-то мне показалось, потому что два пакета я не видела. Она ее, да, надо сейчас разрезать, все внутренности забрать. Я ошиблась. Так что давайте приступим. Вот такая дорада продается в микс-маркете. Сейчас я буду... Хорошо чистим рыбу и тщательно ее вымываем. Сейчас что мы делаем? Еще лимон будет нам нужен. Вот лимончик. А да, их надо использовать как раз таки. А, и все-таки приправы, да, немного? Ай. По классике дорада вообще соль, перец и лимон, все. Сначала я возьму соль. Перец. Внутри хорошенько поперчить. С другой стороны тоже. Аня, добавлять, как думаешь, приправу? И можно немножко, Аня, немножко, я даже вот, я не буду сильно рыбу, чтобы радовать такая рыба, что по классике. Рыба у меня готова, я сейчас это все добавлю. Все, рыба у меня одна готова. Вы можете видеть. Пускай запах пошел хороший. Ну, маленькую дали, не знаю, что не так. Так, так, соль, перец. Это много. Что это оно? Перцы я жалею, что перец так хорошо выглядит. Какой перец, какой вообще? Что такое? Что оно? Еще есть перец, да, но больше. И чуть-чуть также приправки. Хорошенько вот так прям. Массаж прям делаю рыбы. Внутри. Все. Рыба у нас готова. Вуаля. Дальше мы сейчас, я сполосну это все, будем нарезать лимон. Лимон можно сверху, рыбку, соком. Можно внутрь поставить.
сделать лимончик. Я сейчас сделаю. Я сейчас что делаю? Я беру кровь. Сколько посуды у меня? Вот это видно, такая уборка за целую неделю. Все это виновато, так что не обращайте внимания. Для этого мне будет надо пергамент. У меня это чистое, которое я просто подогревала. Позволить себе раз в неделю съесть картошечку, тем более это молодая, ничего страшного. Мы чуть-чуть сидим, ничего не произойдет. Так, ладно. Рыбу руками. Картошка. Сейчас ее где-то надо посолить. Что я делаю? Я беру молодую картошечку, пересыпаю в тарелку. Или какую-то емкость побольше. Я добавляю также немножко соли. И что ж такое, мне не нравится. Перец закончился, да, ребята? Представляете? Придется сейчас с чем-то доставать. Вот это по бокам, как майонез их продет, так же этот перец. И оливковое масло, соль, перец, спешу, и чуть-чуть оливкового масла. Все, я быстренько спешу, емкость маленькую взяла, ничего страшного. Вот так, все, перемешала. Теперь я выкладываю это все. Сейчас я немножко налью подсолнечного масла, чуть-чуть, вот у меня уже картошка по оливковому. Ой, купили мы, значит, подсолнечное масло, тоже 4 литра. Такое вот в Германии подсолнечное масло продается 4 евро за литр. Хотя была скидка уже, которая месяц, скидка 3,79, а на самом деле 4. Чуть-чуть проплакли. Я растираю. Так, на кисточке нет. Поэтому все делаю рукой. Нагреть духовку сначала ставим на 200 градусов, разогреваем, потом поставим на 180. 180 градусов, да, потом поставим. Так, все. Я выкладываю сначала картошечку. Так, вот, у меня картошка здесь будет. А здесь у нас будет рыбка. Что я делаю дальше с рыбой? Сейчас рыбочки сполосну. Я беру лимон и разрезаю сначала. Будем поливать. А это я делаю две вот таких. Два лимончика так разрезаю и кладу. Можно так же и сверху впрыскиваю лимоном. Можно даже вот так. Я делаю так вкуснее. Ребята, вот дольки лимона два,
и рыбку ставим вот так. Сейчас я вам все покажу. Как это все смотрится. Пока духовка разогревается. Опа. Вот. Рыбку мы достанем сначала, картошка будет дальше запекаться. Сейчас рыбку надо ставить дорадо на 15-20 минут, нужно смотреть по состоянию, будем смотреть, как она запечется. Я ее достану, и дальше будем продолжать картошку запекать. Это очень вкусно, вы будете увидеть, какой конечный результат. Так, я включусь. Запомните, сейчас мы ставим на 180 градусов рыбку запекаться 18-20 минут. Дальше будет готовиться картошка. Так что давайте сейчас вместе со мной отправим. Так, убираем. Все, я отправляю. Все, у меня 200 было, я ставлю на 180. А пока что я буду убирать все. Ждем 20 минут. А показываем, как обычно мы маринуем морскую капусточку. Да. Чесночок. Два зубчика. И маслица. И, конечно же, оцет. Уксус. Оцет это на украинском. Уксус. Так, а где сейчас это? Рыбка уже в духовке. Настя вам, наверное, все показала, да? Ну да, я сняла. Ну, куда ты пошла? Искать эту. Чеснокодавку? Да. Я не знаю, где она. Нашла Настя терку? Да, нашла мелкую. Так, два зубчика чеснока вот так натираю быстренько. Можно порезать. Тоже. Ну, для запаха, для вкуса мне так больше нравится. А не надо ни соли, ничего, ни перца. Просто вот чеснок Настя натерла, масло, вот можно, а, нас достаточно. Да, много. Так на камеру, в камере посмотрела, показалось мало. Чуть-чуть. И уксус. Да еще можно. Все. И это все перемешиваем, и оно где-то минуток так 15-20 маринуется, и вообще прекрасная капуста получается, очень вкусная. Тот, кто любит кисленькое, всем советуем именно так делать. К рыбе это вообще замечательно просто будет. Да, вкусно. Ждем, когда уже... Что? Вкусно очень с рыбой это. Да. Ждем уже, когда рыбка приготовится. Вот, ребятки, картошечка румяная. Рыбка приготовилась. Салатик вот. Вот я уже начала пробовать. Смотрите, она готовая. 20 минут, и рыбка нереально вкусная. Сок это... как вкусно. Капусточка. Вот. Такая красота у нас получилась. Пробуйте, советую. Очень-очень вкусно. Напишите, как вам наш такой ужин.